Рубрика «Текстиль» продолжается, и мы продолжаем презентацию текстиля, чтобы вы были уверены в том, что у вас есть любой вариант для приема гостей или для создания собственного настроения в спальне. Ну а сейчас мы представляем вам комплект постельного белья «Мистерия сна». Да, вот такие волшебные воздушные бабочки на замечательном нежно-голубом фоне, цветы вишни, все это создает отличное весеннее настроение. А ведь скоро лето. Представьте, вы распахиваете окно, возможно, на даче. У вас такое красивое постельное белье. За окном деревья, вишня цветет, бабочки порскают, а у вас идиллия. У вас дома все идеально, красиво, гармонично. У нас есть разные размеры. И выгода сегодня для вас 1900 рублей. На выгоду приобретаем еще один комплект постельного белья. И практически можем еще и родные лица фоторамочки взять на одну лишь выгоду. Вот 16999. Сразу обращаюсь к тебе. Вот такой принт, 3D-принт. Насколько он, ну, как бы качественный. Актуальный. Он, знаешь, он недавно же появился, понимаешь? Да, ты знаешь, 3D-фотопечать появляется буквально недавно. Еще 10 лет назад о ней никто слыхом не слыхивал, никто ничего не знал. Такого чуда тут не было появляется раньше. 3D-фотопечать. Что это такое? Специальный способ нанесения красок с помощью действительно фотопечати. Мы переносим фотографию на полотно. Благодаря чему кажется, что наши бабочки сейчас вот-вот оживутались и запорхают в нашей студии. Кажется, что эта вишня уже наполняет ваш дом запахом с весны, запахом нежности, запахом счастья. Но для меня в первую очередь счастье, потому что белье-то наше выполнено из 100% хлопка. Хлопок необычный, хлопок бязевый. Когда к нам пришел бязевый хлопок? В 17 веке. Спасибо нашим фабрикантам из города Кинешма. Именно они. Это было три купца в городе Кинешма в 17 веке, которые уже знали про бязь, знали про такой способ изготовления хлопка, плетения хлопка. Он появился еще в Индии 3000 лет назад. Постепенно там достигали высокого качества. Наши, конечно, все самое лучшее взяли и здесь у нас использовали. Износостойкая, да. Выдерживает несколько сотен стирок, да. Гладит легко, безусловно. Пропускает воздух. Гигроскопичная ткань. Не мнется практически, не дает усадки. Ну а самое главное, девочки, 100% натуральный хлопок и производство нашей России. Это значит, что это белье сертифицировано. Не какая-то там непонятная китайская подделка, непонятно где покрашенная. Нет, девочки, это настоящее постельное белье, на котором мы с вами комфортно отдыхаем. Вот такой нежный хлопок у нас появляется, Олесь. 1390 рублей. Цена сегодня за целый комплект. Здесь две наволочки 70 на 70, под одеяльник и простынь. И вот показывают вот тот самый хлопок. Это же растительное растение, которое само дает нам возможность создавать вот такие комплекты. Олесь, действительно, когда мы узнаем о хлопке, давайте сделаем небольшой экскурс в историю. Сейчас у меня в руках на нашей подушке появляется его величество хлопок. Это, конечно, король материалов. И у нас в студии появились великолепные цветы хлопка, которые вот прямо сейчас, если их потрогать, мы видим, что они мягкие, нежные и пушистые. Посмотри, какое это чудо. Это настоящий хлопок, из которого сделано наше постельное белье. И вот в такой долгий путь, конечно, проделал хлопок в наши дома. Сначала он производился только в Индии, его возили оттуда, потом по великому шелковому пути из Китая начали возить. Но у нас в 17 веке появляются свои хлопковые плантации. У нас появляется свой хлопок. Мы начинаем активно из него шить абсолютно все. Первое, что дают нашим детям даже до сих пор в роддомах, это хлопковую, бязевую, естественно, пеленочку. Да, и почему и рубашку? Потому что натуральный материал. Потому что не боится он ничего. Ни стирок, ни кипячения, ни глажки на высокой температуре. Знаешь ли ты, что хлопок можно гладить при температуре до 110 градусов, Олесь. Вот даже если у тебя раскалился утюг до 110 градусов, все равно ты можешь погладить свое постельное белье. Слушай, как это здорово, потому что я как-то гладила один комплект, не знаю, я его приобретала на рынке за приличные, кстати, деньги. Я начинаю гладить, и у меня часть краски остается просто на утюге. Вот это почему? Потому что та самая подделка. Потому что ужасное качество, Олесь. Вот когда качество хорошее, когда я уверена в том, что я сейчас могу погладить постельное белье, о том, что оно не полиняет. Вот это наше качество дисконтовое. И прямо сейчас на ваших глазах мы с Олесей проведем суперэксперимент. Ничего не боимся, правильно, с тобой? Ничего конечно. Не стесняемся. Но прежде чем мы проведем эксперимент, я хочу сказать, что пока есть 4 размера. Угу. Цена сегодня в нашем прямом эфире выгоднее на 1900
700 рублей. Лот 16999. Звонок из любого региона России, с мобильного, из домашнего, совершенно бесплатный. Угу. Поэтому никакого риска. И при получении вы заплатите только, когда заберете, возьмете в руки этот замечательный комплект. Так, ты готова проводить эксперимент? Я скажи готова, мне, Катерина. Пожалуйста. Скажи, чем я тебе могу помочь? Ты будешь смотреть. Так, я смотрящий. Да, чистоту эксперимента подтверждать. На глазах Олеси, на глазах всей страны. Я глажу наше постельное белье. Вот как раз таки ты делаешь то, что я сделала, и у меня с некачественным бельем получилось... На самой высокой температуре. На самой высокой температуре. Олеся, аккуратно, только, пожалуйста. Да, вот, видишь, я даже пар использую, и я знаю, что мое постельное белье не испортится. А теперь, вуаля, мы с вами смотрим на утюг. И на утюге мы не видим ничего ровным. Пыш-пыш тебе. Вот, видишь, это действительно включенный утюг, раскаленный. Ничего не происходит, ничего не осталось на поверхности утюга. Это качество ткани, это качество краски. Причем эту актуальность, эта великолепная ткань не потеряет никогда. Поэтому, конечно, девчонки, по такой цене нужно звонить, успевать. У нас продано уже 120 комплектов. Меня это совершенно не удивляет.